По данным регионального ОМВД, злоумышленники проникли в дом через незапертое окно. Со слов 88-летней женщины, поздно вечером она услышала посторонние звуки в соседней комнате. Молодые люди наглым образом стали требовать у пенсионерки деньги. Она объяснила, что денег у нее нет, но грабители обыскали дом, открыто похитив продукты питания и мобильный телефон, а затем скрылись. Несмотря на то, что потерпевшая в силу возраста не запомнила примет злоумышленников, полицейские сумели установить личности подозреваемых. Ими оказались 23-летний ранее судимый житель Вязьмы и 32-летний житель соседнего региона. Задержанные в содеянном признались. Украденный ими мобильный телефон был изъят, а подозреваемые заключены под стражу. В отношении задержанных следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Вяземский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса «Грабеж». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.